У меня сорвались концерты. В 15 году были объявлены концерты в Харькове, Днепропетровске. Почему они сорвались? Потому что были звонки определенные, были определенные намеки, что возможно проявление каких-то экстремистских там выходок, вплоть до взрывов. У Ани Лорак, допустим, слетел концерт по той же причине в Одессе. Скажем, Саша Иванов отменил концерт, потому что тоже в одном клубе сказали, будет подложена бомба и все взорвется, если вы это не отмените. Это одна из форм давления на артистов, и причем не факт, что эти артисты каким-то образом провинились. Просто это одна из форм вообще давления на общество. Очень много звонков идет о заминировании там, железнодорожных составов, кинотеатров и так далее, и которые не подтверждаются, но их все надо проверять. И еще один момент. Очень легко сорвать любое мероприятие, сказав, что там бомба. Если вы, допустим, не успеваете на него, сколько случаев таких были на это мероприятие, вы приглашены, и вдруг вы не успеваете. Вы говорите о терроризме, и все, и потом выясняется, что оно просто не состоялось, а на следующий вы уже приехали. То есть это вот такая вот общепринятая штуковина, но проверять надо, потому что одна спасенная жизнь, допустим, она компенсирует гигантскую работу по ложным звонкам. Все-таки, если вот этот человек останется и не будет пролита вот та самая слеза ребенка, о которой говорил Достоевский, то, наверное, эта работа оправдана, ее надо делать.